laying down one night, I heard Papa tell Mama, bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Hey, hey. Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить Postal 2 Apocalypse Weekend. На повестке дня вопрос о том, чтобы сбежать вот с этой замечательной военной базы, куда нас упекли за то, что мы были на базе террористов, ну, совершенно случайно там оказались, нам просто понадобилась как бы бомба, точнее, даже не бомба, а фейерверк. А кто как не террорист, лучше всего знает про взрывы и все такое. Вот теперь надо с военной базы сбежать. Бомбу мы не нашли в прошлой серии, все было плохо, поэтому теперь хоть с военной базы надо сбежать. И сразу готовьтесь к тому, что это будет дичайшая бомбяжная серия, потому что база очень длинная, я постараюсь ее целиком пройти за одну серию, чтобы потом не возвращаться к этому. Это будет полный П, в общем. Ну, понеслась. Так, оружие у нас одни спички. И... На! Оружие у нас одни спички, а тут целая база народу. Так что сейчас будет весело. Вот, слава богу, у нас есть М16. Все, 15 патронов. Нихера ж себе. Пестик есть, отлично. Так. Патроны к пестику. Это уже вообще замечательно. Так, мне туда, если не ошибаюсь. А что у нас тут? А, нет. Мне, значит, не туда. Ах ты, падла, падла, сука, тварь! Блять, патроны кончились сразу, понятно. Так, минус один. Now that's what I call welfare reform. Так, ладненько. Начало неплохое, мы пока живы. Все говно собираем, абсолютно все. Сказал, абсолютно все, чувак. По-любому что-нибудь не собрал, что нет? Ладно. Так, тут что у нас? Палим обстановку, все нормально. Так, я там куда-то не зашел. Тан-та-дан. Оп, тан-та-дан. Да, пошел, видел. Та-ра-дан-та. Нашего парня завалили! Все, вот теперь это личное. Вот раньше я просто хотел сбежать из этого. Все, теперь это личное. Это месть. Это месть теперь. Заранее твой Сисерс. Как там? За пацанов и район стреляю в упор, что-то такое. А, за пацанов и двор стреляю в упор. Вот, вот все, это, короче, прям про меня. Все, сохраняемся еще раз. Я буду сохраняться столько, сколько захочу. Я буду сохранять все игры. Так, подожди. А в лифте нельзя прокатиться? Нельзя. Ну ладно. А сейчас будет... Да, лестницу я помню, эту сраную. Ну, давай, лезь сюда. Так. Ага, отлично. Почему я говорю... Почему я говорил про бомбежку? Потому что это дичайше длинная и дичайше сложная локация с кучей врагов, отлично вооруженных, в броне. Ну, вот таких. Ух ебать колотить, у меня 30%, а у меня 60%. Съебываемся. На, сука. Так. Ну, по крайней мере, одного я тут... двоих прищучил, отлично. Передавай, товарищи, сдохли, Так.
У нас, по-моему, тут без разницы, куда идти. Так, мы там были. Так. И нам сначала надо в один конец пробежать, потом хер знает куда назад, чтобы там вернуться и что-то сделать. Я уже не помню. Да ёб твою, кто там вылез? Ай-яй-яй-яй! Стопэ! Дуп! Дайте хоть попалить, что-то у вас происходит. Камера для пыток, вот суки, вот тут людей пытают. А может нет. Знаете, мне кажется, это не камера для пыток, это на самом деле дискотека. Видите, вот здесь у них есть фонари. Это стул, это, короче, игра. Кто первый займет стул, знаете, вырубается музыка, и надо, короче, успеть сесть. А если ты сел, ты можешь такой... Примерно вот так, я просто не буду так делать, потому что у меня наушники тогда вокруг меня намотаются. Так, ладно. Ты тут где-то аптечку видал. И... О. I feel better already. И сейф. Сейф, я сказал. Так, опа. Есть кто? Ух ты ж, сука, как вот прям ждал меня, да? Ёпты! I'm an equal opportunity lunatic. Дробовичочек это я. Оп! А! Сука! Бля, ну нахер, серьезно. Я не помню, по-моему, если долго стоять, она вывалится. И, что такое? ФПС, ты что, не дури? Интернет еще подключен, может что там скачивается одновременно, обновляется, не знаю. Я вроде себе автоматические обновления идут нахер. Как четко прям вообще так, сохраняшка. Как четко получилось, прям вообще меня никто ни один не выстрелил из толпы, ну в самом конце, а, в этот блин потерял. Табельное оружие просрал, мудила. Ай-яй-яй, вот это плохо. Просто если военный просрет табельное оружие, все, трибунал нахуй. Особенно в военное время, каковое сейчас и есть. Ну, на военной базе, как бы. Да, блядь, сука, как вот, почему нельзя эти комментарии отключить, а? Он со своей бабкой уже просто... Я уже говорил в прошлой серии, что там с бабкой он делает со своей... Твой район? Чувак, я не знал, что это твой район, отвечаю, я уйду. Прям вот богом клянусь, уйду так. Сука, на, блядь, твой район! Ну. Да пошел ты. Ну вот 34%. На самом деле, 30, это, в принципе, пока что мы еще живем. Ага. Перебор. Так, ладно, 32% пока опять же живем. Аптечку, дайте аптечку. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Чё у него нога отвалилась, башка? Я вроде его застрелил из М16. А, я ему из дробаша выдал, да-да-да. Грены. Мои грены, все заберу. Да, у нас все оружие отняли, мы сейчас по ходу дела потихонечку будем восстанавливать все из-за... А хотя у меня не так-то много всего и было. Опа! Хотя нет, дофига всего было. Патроны к дробовику, моя кувалда. Мой верный кувалдометр. Сколько коров мы этим кувалдометром переубивали. Прямо. Аж слезы наворачиваются, как вспоминаешь. Опа. Ай, бля! Ей! 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 Сука! Ей! 23 хп. My grandmother could beat the game if she saved as much. Мне кажется, что предыдущий уровень, когда
предыдущий выпуск, точнее, где было... Сколько там? Да ёбаный твой по голове, я ненавижу, сука, это место. Ну, уже 20 хп, нормально. Слышь, ты где? Вот как ты простреливаешь отсюда, а? 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 Are you saving again? Я, блядь, даже комментировать это не буду. Просто вот предыдущий уровень, где там было по 5 хп, по 7 хп, это был не последний. Тут еще до хера такого будет. На самом деле, эти склады с ящиками, они самые сложные. Потом там как-то попроще пойти. Ты не жертва? Да я, блядь, вижу, что ты не жертва. Сука. Так, помню, сейчас будет первая смерть. Ади! Ебать! Так, стопэ. Это надо прям на отдельный слот. Один хп. Один, сука, хп. Это, бля, рекорд, я отвечаю. Отвечаю, рекорд, один хп. ФПС-ка заебала, хватит проседать. Как будто в Crysis 3 играю, ей-богу. Или саботёра. Это вот такая сейчас шуточка для тех, кто в теме. Просто саботёр, игра, которая вышла после GTA 4. Ну, в том же, в принципе, 2009 году. Ну да. В том же, в принципе, 2009 году. Тоже сэндбокс, открытый мир, все дела. Вот. И хохма в том, что она настолько хуёво оптимизирована, что даже на тех компах, на которых идёт на максималках GTA 4, саботёр не идёт вообще. Ну как не идёт, он тормозит, там лагает. Так, ладно. Вот, давай вот этот загрузим. Блин, это просто жесть. Так, quick save, 19 хп, понято. Are you saving again? Я, бля, буду сохраняться, сколько, кстати, тут нужно. Так, меня в прошлый раз уработала толпа вот тех дебилов, правильно? Давай мы их сейчас... Халявные гранаты, налетай! Блять, вот какого хера ты не подорвался, а? Сука ёбаная, на! Сука, 6 хп. А, вот, блять, а две гранаты закинул в тот угол, где они были. Но пока они по скрипту вот не выйдут, вообще бесполезно туда что-то закидывать, сука. Ну давай, выходи, если кто остался там. Блять, они оба живы, вот сука, как? Как ты, пидорас, выжил? Объясни мне, блять, у вас граната прям с вами рядом взорвалась, ёп. Сука. 9 хп, охуеть. Я даже не помню, по-моему, о чём ты там рассказывал. А, про саботёра, что он, короче... Блять, ты ещё здесь! Что он дичайше глючный. Ну как, The Saboteur отличная игра, я ее обожаю. Блин! ФПС, что с тобой сегодня, а? Смотри, что творится, а. Блядь. My grandmother could beat the game if she saved as much as you. Саботёр отличная игрушка, но она очень плохо оптимизирована. Блять, он не сдох, нихуя! Слышь, блять, ублюдки, нахуй! 5-1 хп, охуенно. Ладно, будем... Ладно, будем с одним хп бегать, делов-то, господи. Ха, блять, одну хп, это ж охуительно. Зато патронов хоть жопой жуй. Конечно, не так много, как я сказал.
Кажется, Саботер отличная игрушка, которая плохо оптимизирована. Вот в чем была вся суть шутки. Даже на мощных компах она может не идти, потому что оптимизация вообще хер поймешь какая. Так, ну ладно. 1 хп и, блядь, броня. Так, аптечки есть, конечно же, хуй. Правильно? Ну, правильно, да. Ничего такое. Ну, блин, можно было хоть одну аптечку-то оставить. Ну, спасибо за бронежилет, согласен. Но аптечку-то Блядь, что за херня? Толку-то от этого бронежилета, если меня сейчас с первого выстрела убьют. На, говна кусок. Охуеть, я с полным бронежилетом сдох. Пиздец. Ой, блядь. Ёпа-тарапата. Ёпа-тарапата. Да, блядь, как ты их кидаешь-то, ёбаный твой рот? Они сдохли, охуеть. Это гранаты ебанутые. То не взрываются от прикосновения, то не взрываются вообще. То взрываются от того, что, блядь, леший пёрнул в каком-то, хер поймешь, каком лесу. Они решили, а давай мы взорвёмся, ебать. Прикинь, угар будет. Прикинь, мы рванём вот так, ни с хуя. Блядь. Сука, один ёбаный хп. Так. Автосейв это в начале. Это с одним. Военная база с одним хп. Ха, блядь. Твою мать. Ладно. Я, блядь, да чё с ВПС-кой-то? Да пошёл в пизду! Иди нахуй. Перезагрузил, в общем, я компьютер. Отключил в жопу интернет. Прошёл с самого начала то место, с того момента, как мы сидим в камере с этим сарабом. Вот. И теперь вот я в комнате, где было два бронежилета, теперь уже один, у меня аж 49%. Обосраться, это просто пиздец. Я гранаты просрал, по-моему, все. Все, да, все, нет у меня гранат. Просрал все гранаты. Тот мужик, который за ящиками сидел, 4 гранаты ему туда закинул. Пока не подошел, не сработал скрипт, этот мужик не считал, что он там был. Они вообще неубиваемые, эти ублюдки. Садят издалека постольку патронов. Отвратно. Зато, смотрите, короче говоря, в той комнате, говорю, с бронежилетами. Смотрю, в окно можно вылезти. Думаю, что на перекладинах есть. На перекладинах нет ни хера. А зато вон. Есть ходка куда-то. Ну, опа. Куда-то еще. Это комната, где кувалда была. Во, какой тайник. Бля, хоть бы здесь что полезное было, серьезно. Так, бонг вижу. Блядь, я сюда из-за одной курительной сраной трубки шел. Серьезно, одна сраная трубка. Это все, что здесь есть? Блядь. Ну, уже неплохо. Ладно, дайте мы сейчас вылезем туда и въебем эту трубку. Будет 125% и 100 брони. Это будет неплохо, кстати говоря. Так, давай мы вот так вот. Пум! This can't be good for me, but I feel great. И сохранить. Ну давай, вылазь. И сохранимся заодно. Фух. Короче говоря, место просто оттас. Ну давай. Ну давайте. Ну не знаю, FPS все равно что-то скачет. Непонятное. Может, компьютер уже устал. Он бедный целый час работал перед тем, как я сел записывать это. То есть страшные. Так, у меня все равно этих нету.
говноед, иди сюда. Я, блядь, реально почти после каждого чувака сохраняюсь. Ну, после каждого момента такого точно. Самое интересное, они СМ-16. Я по ним стреляю. Некоторые из них в панике роняют М-16, когда их большой... Вот, сука! Когда у них большой урон и убегают, так как этот пидорас в угол забиваются. При этом у них есть еще пистолет, но из пистолета они по мне не стреляют. Так, 7-7 брони. Пойду, наверное, возьму все-таки бронежилетик, чтобы целиком. Опа! Вот так вот. Ну что, я фактически... Да пошел в пизду! Фактически 4 только хп у меня сняли, если так посчитать грубо. И это не ебически хороший результат. Просто охуеть какой. Так. Я помню, мы сейчас залезем туда. Что-то нажмем. Откроются эти ворота. Блять, что так все тормозит, сука? И ясен хуй, налезет еще целая гора. Или не налезет? А потом налезет. Когда мы назад пойдем, не помню. А, да, мы когда назад пойдем, надо будет через эти ворота, по-моему, проходить. Сейчас мы пойдем спиздим у них боеголовку. Хуй будем возвращаться. Сейчас вот автосейв будет, и уже будет... Какая разница? Здесь работает же. И quick save, и все остальное. Что-то у меня красный такой, я весь. Охуеть, теперь у них еще и пушка есть это. Ну просто обосраться, как говорится. Так, что тут? Угу. Так, где кто? Я реально буду как в Desperados после каждого убитого чувака сохраняться. Так, я вот там вижу, уже что-то лежит. Патроны к снайперке, отлично. Так, два. Заебал. Как мне их взять? Так, четверочку пролазь. Пролазим. Блять. Не пролазим. Тут подожди, как туда попасть-то? Там патроны для снайперки. Я, бля, это видел. Ну-ка, стоп. А здесь можно назад запрыгнуть? Так, скажи. Це хорошо. О, можно. А-а-а, опа, стоять. Вижу еще одного. Слышь? Ну ладно, один выстрел, один труп, это хорошо. Нет, здесь он не перепрыгнет. Может, я хотя бы... Твою мать! Мне уже патроны к снайперке взять, как их взять? Как их взять? Так, ладно, там будет парень с этим. А что это с ним? А кто парня с РПГ угандошил? По-моему, они сейчас против зомбей еще тут будут сражаться. Это вообще такой этот полный П. На! На, говорю! Ну ладно. Пошли попробуем так разнести всех. А, они тут дверь вышибли. Да, вот та дверь, которую я говорил, типа, пойдем назад, боеголовка. Вот они эту дверь как раз и вынесли. Так что можно было, в принципе, сейчас спуститься и огрести, наверное. Так, а вот туда на пути я смогу... Ага, там есть лесенка, понял. Там есть на этих лесенке, видите, на вагонах. Прям отлично. Так, F5. Ага, прикинь, вообще капец. Опа! Не-не-не-не, мне надо туда попасть. Мне надо на них залезть, прям вообще надо. Прям, отвечаю, надо. Мне нужны патроны и... Хотя, может, просто не отсюда надо прыгать откуда-нибудь, а будет там какое-то другое... Так, тут есть что?
По всему. Вот здесь я не лазал по тайникам, по всему. Вот здесь я это не смотрел. Ах, кстати, вон эта пушка валяется. Ну, высадил дверь. Какой-то один чувак туда забежал, но что-то я его там не видел. Так. Пистик. Отлично. Кстати, не знаю, почему по ей пистолет, и поэтому пистик, правильно? Когда мы были мелкие, мы все пестик почему-то называли. Какое отношение пестик имеет к пистолету, вообще непонятно. Пестик это как бы... Да ёпта. Так, а туда нужно что зайти? Там наверняка что-то есть. Пестик это как бы другая вещь, это же... Ну там пестик, тычинка, все дела. Ну понятно, да? А, такая вот. Ага, как здесь все проработано. Сука, я дойду до этого вагона, я патроны заберу. Мое, понятно? Мое, никому не отдам. Ладно, там я не видел, что есть. Я не знаю, может там ничего и нету. Поэтому мы туда, наверное, не... Хотя почему нет? Мы по-другому сейчас сделаем. Так, вот так. Это будет долгая серия. Возможно, я даже на две разобью, чтобы... Ну, блядь. Ты дурак, нет? Че за... Блядь, ты ж только что проходил здесь. Ну ты наебнулся, правда? Да ёбаный твой свет, сука! Ладно, хуй с ним. Я, блядь... Я не знаю, серьезно. Ведь там же нет нихуя, правильно? Короче, будем считать, что там нихера нету. Так, главное сейчас тут не напороться на какого-нибудь доброго самаритянина. Отлично. Ну ты же... Какая жопа у тебя широкая, чувак. Так, это там тревогу, видимо, поднять. Сколько у меня патронов стало? 8. Отлично. Сохраняемся еще. Так. Я слышал, кто-то оружие достал. Это что такое? К напалмовой пушке. Я тоже это видел. На. I feel like shit. Ну, вот как раз я там видел то, что тебе поможет. Это мы где? Ёптать. Это я куда вышел? Это я удачно зашел. Это прямо-таки очень даже удачник. Опа! Опа! Да прекращай ты ныть, господи. Все забрал, да? 5. Я вообще никогда раньше при прохождении сюда не заходил. I don't feel so good. Ну, не... А здесь выйти-то как теперь? Ага, понял. Все можно. Сейчас найдем мы тебе новую трубку. Обосраться. А как ее взять, кстати говоря? Ну-ка. Так, сейчас. Вот это заберем все. Не, ну хорошо, а дальше-то что? Кто-нибудь что-нибудь понял, я нет. Так. Ну и хухунюшки, хуху. А, в пизду эту трубку, только сейчас полчаса буду одну эту трубку добывать. Так, тут у нас что валяется? Нам просто все прям, все обыскивать, все смотреть, все брать и так далее. Потому что... О! Вот это гораздо лучший способ... Да ладно. О, у меня М16 полный, прикинь. Это гала...
И это полное. Вообще охуенно. Это гораздо лучший способ восстановления здоровья, чем сраные трубки. Не, подожди, а что-то не это. Ворота-то закрыты. И! Не понял. Ну-ка. Нет. Граждане, а куда идти-то? Я сейчас выйду опять наверх, правильно? Здесь я брал, да, здесь я брал снайперку. Тут я выходил сюда, тут ходили парни. Херня какая-то, однако. Я прошу прощения за выражение, однако. Ну залезь ты, блядь, сука! Ты ебанутый, нет? Я 4 раза только за этот ролик сюда залезал. Теперь какого хуя тебе надо, а? Блять, меня что-то это бесить все начинает, серьезно. Прошлая серия была хуй пойми чего, здесь какое-то говно постоянно. Ну ладно, нам хотя бы назад путь отрезали. Туда, куда откуда я пришел, с этими ордами дрался и прочее, туда не пройти уже. Тут что, тут вышка сраная. И железнодорожные пути, кстати, вот так вот гораздо проще на них спрыгнуть. Туда мы пройти не можем, там закрыто. Paradise Military Base. Окей. Куда тогда идти-то, ебать вас в сраку? Там с минут, блядь, там было минут 20, наверное. Как плохо какая-то затупок, а? Прям вообще. Ну давайте, ладно. Раз на раз, как говорится. Сейчас по-другому будем творить беспредел. То есть, творим беспредел в новой серии Постола, творим беспредел в новой серии Постола. Давай раз утворим беспредел. Блять, что ты тормозишь, пидорасина? Вот это прям последний выстрел был прямо уебать. Прям мега охуенно. Так, здесь прям сохранимся. Сохранимся, я сказал прям здесь. Что, все, живых не осталось, что ли? Да, это самое полезное оружие, ножницы сейчас. Прямо они мне обосраться, как нужны эти ножницы, прям вот честно. Я вообще не знал, что без них делать. Вот хожу, пистолеты, М16, там, это Rocket Launcher, а тут ножницы. Я такой, ёпты, слава богу, наконец-то. Ну, хоть кто-то догадался дать мне то оружие, которое мне реально нужно в данной ситуации. Нахер мне нужен М16 с Rocket Launcher'ом? Пацаны, у вас мягко такой нескромный вопрос. Вы слыхали, как на первом этаже подряд была серия мощных взрывов? Вот. Это риторический вопрос, конечно. На него можно особо не отвечать. Смотрим, это уже... Эй, вам принес. Угу. Вот это заебись. Ойк. А здесь что? Греночки, отлично. Вот тебе. Фу, так, ладно.
Я знал, что там куча врагов в каждом углу. Прикинь, вообще пиздец. Да ёб твою мать, куда идти-то? Столько вариантов, куда можно пойти. Ой, еще патроны к снайперке, отлично. Здесь ни хера нет. С какой стороны? Тут что? Ну, мое любимое оружие при борьбе с тяжело вооруженными врагами. Опа. А, тут можно было в Кругаляной вернуть, да? Ладно, идем. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Похоже, я достиг дзен. Нет, еще не достиг. В том смысле, что я как так вообще теперь спокойно это воспринимаю, его пиздёж про то, что да. Типа, ну бабка и бабка. Щепок. У него бабка, у меня детка. У кого-то репка, жучка, внучка. Та еще жучка. Да похер, чего? На! Это было тупо. Я думал, она туда полетит, ракета. Она не полетела. Вот им вообще насрать. Вот пока они ко мне не выбежали, скрипт не сработал, что там кто-то был. Может хоть весь запас ракет туда выпустить, вообще обосраться бы. Ну, абсолютно плевать будет. Хотя так они погибают, он даже когда черт знает где стоят от них. А, кстати, жертву ничего-то я не заметил в прошлый раз. Ну, уже стоило перезагрузиться, целых два пакетика с жертвой, даже один съем. Слышь? Ну, ладно. Бух! Ща как набегут. Не? Не набегут? Так, ладно, дай-ка мы четверочку возьмем. Блин, уж маленькие помещения. Опасно тут так. Ага. И! Отлично. Даже бы в самом начале уровня Rocket Launcher вообще проблем бы никаких не было. Ну хер с ним, ладно. Are you saving again? Да кто, блядь? А, то есть чувак вот прямо оттуда хуяет, прям точно по мне, да? Охуеть, блядь. Да вы ебанулись, что ли, в край? Охуеть, он еще и гранатами прям сюда докидывает. Иди в... блядь. Иди в Олимпиаде участвуй в метании ядра! Или там в бросках копья, еще что-нибудь. Сука, ты все хуеют, насколько далеко ты кидать можешь. Все просто скажут, ёб твою, где ты раньше был? Сука, вы... Что там, все курсы ворошиловских... Он еще и попадает, прикинь, с такого расстояния. Все курсы ворошиловских стрелков, что ли, заканчивали? Там еще один по-любому, да? Не? А что так? По-моему, это было вполне... Нет, дзен я пока, к сожалению, не достиг. Меня все еще бесит эта фраза. Та-та-ра, та-та-ра.
Не, нахуй. Пули есть пока что, патроны. На! Раз, решил ты здесь заглючиться. Какой-то же порвущий ситуацию, у меня сразу нос начинает чесаться. Сука! Говорят, к выпивке или к кулаку нос обычно чешется, но здесь, видимо, в плане второго чего-то. Вы, блядь, откуда, а? Так, кажется, я понял, судя по звуку, что это снайперская винтовка, значит, откуда-то оттуда с вышки. Ну, правильно. На! Хорошо он косой. Я стою на месте вот так, он меня попасть не может. Снайперской винтовки с вышки. Ебать. Ебаться. Не, на собак у меня есть вот это. Так, это собаки. Вот так вот. Угу, вот это уже не собаки. На! You go, girl. Are you saving again? Я вообще с ними связываться не хочу, серьезно, меня заебали. Да? У-у-у. Ну давай. Didn't you just save? Все трупы. Так. Are you saving again? Пистолетик я возьму. Так, сразу на всякий случай. Где-то тут, то ли тут кто-то был, то ли тут собаки будут, я не помню. Тут что-то еще будет херовенькое такое. Так, дай-ка пока дробыш. Уж если собаки, их лучше с дробовика. Собачка! Отлично. Фига ее отнесло. А видимо мощный у меня дробовик-то. Ну давай. Угу, спасибо. Давай, барбос, сюда иди. Сука, вы заебали, на! Сучка, они никогда не закончат, да? Я не знаю, сколько получится выпуск. Я говорю, я постараюсь. На всякий сейчас я дойду, когда до этой боеголовки. Я еще раз выйду. Все дела, посмотрю там просто на тот предмет. А, вот, ну здесь были загоны для собак, да. Ну тот предмет, хватит ли мне еще места там, а то. У меня еще предыдущая серия. Ёпать. Не обработалась. И файлы от нее есть. Ну я их перекодировал уже, они меньше места занимают, но. Отлично. Вот этого чувака я помнил. Он мне просто так в свое время мозги вынес. Он с залпами такими стреляет. Так. 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 Да убери, сука! Покедовый, барбос. Я вообще не в курсе, куда он побежал, серьезно. Хера, он хотел меня окружить, но потом испугался этого высокого... Давай уже, иди сюда, а.
Не хочу в тылу просто его оставлять. Давай, давай, давай. Так, 69 хп. Да я постоянно сохраняюсь, чувак. Тебе это уже давно будет привычное, типа, все дела. Так. Как он меня съебал. Я говорил про какую-то нирвану еще там. Бей в глаз, не порти шкуру. Как говорится, как говорил Ги де Мопассан. Так. Окей. Выполняем заветы Ги де Мопассана. Хорош писатель, кстати, был. Если куда-то нельзя залезть, можно, в принципе, вот этой вот херней пользоваться. Так, не-не-не-не. Уйди. Бойк! Ближе к телу. Так, стоп, надо сходить посмотреть. Там не оставил ли я чего на улице. Вот сейчас миссия не пройдется, потому что я там эту бомбу на улице. По-моему, она где-то тут стояла. Возможно, что-то путаю. Но даже если она тут не стоит, то подобрать... Понятно, не подберу. Ну, все нормально в таком случае. Так, полчаса уже. Полчаса. Так, окейушки, давайте мы на секундочку прервемся. Сейчас я буквально. Я сейчас вернусь. Все, посмотрел, все в порядке. Думаю, как раз до конца серии должно, ну, до конца этой базы сраной военной должно хватить. Так, давайте-ка мы сейчас на всякий случай. И еще вот сюда въебем одну. Вот так вот. Какая-то там бесконечная эта база, честно говоря. Интересно, сколько серия про нее получится. Подгрузка, кажется, была. Ой! Я уже заманался просто. Это... Я бы так сделал, если бы в доме не было бы прохладненько весьма. Да ёб вашу мать! Я уже даже не знаю, что на это говорить. Да ёб твою. Это что за нахуй? Бля, что происходит? Ебать, я этого вообще не помню. Ща будет жопа. Сейчас, вот сейчас меня очко разорвут в клочья. Я не помню, что будет, но помню, что будет какая-то охуительно хуевая хуйня. Собственно, я прав. На. Saving again. Даже не посмотреть в этот. Ага, понял? Да девятку. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. А, там нельзя стрелять. Ну-ка, иди сюда, уёбок. Стрелять, говоришь, там нельзя? На!
Сука, а мне можно. А, вот оно. Вот оно. Мое мачете. Вот оно. Мое мачете. Та-та-та. О, да. О, да. Тишечка, да открой дверь. Открой дверь. Ну и хуй с тобой. Больно надо. Бесами. Бесами мучу. Вам бабаду, бабаду. Ага, давай. Ну, сука, я вам сейчас за все отомщу, пидорасы. Давай. Извините, бомбы. Бомбы нельзя. Стреляй. На. На. Черт, ему вторую ногу хотел отрезать. Отрезал голову. Он умер быстрее. Я этого не планировал. Он должен был мучиться. Слышь? Сюда подошел. А, короче, мы сейчас когда будем назад пробиваться, еще зомбаки нападут. How'd you like it if somebody called you a lunatic? Вот это вообще нежданчик был, согласись. Почему вот эти текстуры тогда не русские? О, что-то я как-то криво сижу. Криво будет это искривление позвоночника. I don't know what this is, but I'm sure it'll make a nice fireball. I'll tell her to interactive as soon as I get out of here. О, и чуваки куда-то съебались. Ну ладно. Ух, ебать меня в колотилку. Нихера себе. Я это вообще уже не помню. Ну, если сохранимся, четверочку и пошли. Okay, either my head wound is kicking in or some game designer was smoking crack. Чувак, ты сам его постоянно куришь. Ебать открытие. Псы! Блин, их не видно почти. Я хочу к ним спускаться. А, ладно, хер с вами. Давай! О! О, ты мои... Опс. Да хорош. Уже мои хорошие. На! На, я сказал! На! А я сейчас зомбарю попрут, короче говоря, в реальный мир. Это все воображение чувака, по-любому. Так. А сюда и в дверь? Можно так? Просто интересно, это пародия на Undying или нет? Похоже, не эпически, на самом деле. А, здесь просто дробыш. Ага, понял. Ну давай. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Ладно, значит, надо идти дальше. Идем. Пом. Опа. Кроватка моя. Мой трейлер, кстати говоря, летает. Уи! Та-да-да! Уи! Та-да! Почему уже все. Слышь, Гэри, иди ты нахуй, а? Вот серьезно, нахуй уйти! Жирный, мелкий, уебан, пидор, ёбаный, пидор! Да пидор, говорю тебе! Ёб твою мать! Сука, в рот тебе, ебать! Ладно, так, это он взял дробыш? Взял. Пошли. Ладно, пидорасы. Сейчас под раздачу все попадете у меня. Ты подыхать будешь сегодня, нет?
Охуеть теперь. Отлично, еще с этих падают сами. Давай, падай. Охуеть. Тихо ты. Че за нахуй? Почему он оттуда может запрыгнуть, спрыгнуть? А запрыгнуть назад хуй. Блять, сука, как будто я выбрал какой-то неебически сложный уровень сложности, просто пиздец как обосраться. Окей. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Слушайте, что это за бред? Мелькает. А, ну понятно, они тоже не активируются, да, пока текстура. Ну и где вы? Are you saving again? Сука, блять! Идите-ка вы нахуй. Didn't you just save? Просто неебически охуенно. 12 хп. Блять, пиздец. Так, аптечки остались где-нибудь? Ну ладно. Are you saving again? Хоть бы аптечку привезли, что ли? Блять, я уже их слышу. Ну ебать, ну ебать, ну ёб твою по башке, сука нахуй, 12 хп. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Are you saving again? Ну я слышу, ты пушку достал. Наверное, не будет слышно этого звука. Он очень так далеко был. Вы видали, там кто пробежал? Еще раз выйди. Видите, теперь он соизволил текстурки подлагнуть.
Are you saving again? Там кто-то у них. У вас соседи сверли, слышите? Теперь я понимаю, почему они все такие тут злые. Когда сосед сверху сверлит, это пиздец, согласен. Блять, это звук такой сирены. Это значит, что неебическое количество врагов прибежало. Вот нахер мне напалм сейчас, кто мне скажет? А хотя подожди-ка. Вон оно, чуть не напал. Отлично. Это, короче, вот эта вот хуйня для вот этой вот хуйни. И это хорошо. Еще бы была хуйня для вот этой вот хуйни. С которой у меня циферка 6. Да нахер мне оружие массового поражения, блядь! В очко себе засунь свое оружие массового поражения. На кой хуй оно мне вперлось? Тут такое говно творится, вы мне оружие массового поражения это даете, ебаное. Сучка. Так боюсь, что кто-нибудь вылезет и пизды мне даст. За все хорошее. Опять, не ударь, это просто какой-то фоновый шум. Типа, кто-то где-то работает. Или это реально там кто-то пытается вылезть. Ага. Дай заспорим, что нихуя подобного. Блядь. Охуенчик. Ух, как я хуёво сохранился, блядь. Да отойди ты, ёб твою мать. Два хп, сука. Хер с ним, ладно! Где пидорас? Вылези, сука! Блять! Как ты там оказался? Скажи мне ради бога! Ёбаный твой по башке, да... Сука, всё. Я иссяк, серьезно. Я уже иссяк в придумывании ругательств для ситуации. Ты говорю, в воскресенье, в Apocalypse Weekend, это пиздец полный. Слава богу! Блять, ну хоть что-то хорошее. Почему ты, сука, не можешь аптечки с собой стаскать? Объясни, почему ты в свой инвентарь любую хуйню кладешь, какую можешь найти? Даже сраную ядерную боеголовку, а, блядь, пару аптечек лишних запихнуть не можешь. Тут не мудак ли, а? Слышь, ублюдство ебаное, идите сюда все нахуй, там аптечка до хера внизу валяется. Всех убью и в рожу вам насру. Пойдешь их сегодня или нет? How would you like it if somebody called you a lunatic? Didn't you just say? Я бы сказал, что они совершенно правы, станешь тут, блядь, психованным. Ладно, из одного хп не буду я возвращаться за аптечкой. Так, что, у нас есть что? Ой-ой-ой-ой, вот это да. Думаете, это все хуй наны? Умер, обосрав штаны. Теперь еще всю базу сейчас назад пиздехать. Это, наверное...
Зомбарей убивать в 10 раз проще, чем их. Охуенчик. Просто охуенчик. Какой-то гад бегает с этой пушкой. На! Сопляка? Он сказал, сопляка! Ой, ты мой маленький! Тебе не разрешают ругаться матом, да? Все писают, щет, фак, а ты только сопляку можешь сказать, да? Ну ладно, пожалеем бедного парня. Ну и, собственно, все, забег в обратную сторону теперь. Только помимо военных, тут чуть зомби будут. А может, только зомби. Если здесь будут только зомби, бля, я буду так благодарен. Ну и сраные прыгающие собаки, ну, на них насрать. Если бы это были зомби-собаки, как в оригинальном постере, который в подвале там прячутся, которых хуй убьешь, тогда да, так, вообще насрать. Блять, тормозит все, пиздец. Неудачный сегодня день вообще. Так, военных не видать, это хорошо. Чего вы своему другу не разрешали матом ругаться, а? Вроде не маленький уже. Хотя, может, по зомби... Вот, взял... Вот зачем ты, мать, а? Что он тебе сделал? Взял, плюнул в человека каким-то говном. Так. Да-да-да, сейчас. Не благодари. Барбосы где-то еще бегают. А что вы тут делаете, эй? My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Просто не помню, вот вояки есть еще или нет. О, Resident Evil прям фактически. Ладно, перезагрузимся, если что. Если одни зомби, это вообще охуенно. Brain hurting. Ow, stupid head wound. Охуенно, сраный Гарри Колман. Блять, они бессмертные пидорасы. Saving again? Мне там не было, блядь. You definitely need more of that. Ну-ка, я тебе центр нажать, ну-ка. Didn't you just save? Подорвать эту боеголовку сраную и закончить все эти страдания и мучения. Ну, было бы весело. My grandmother could beat the game if she saved as much as you. Давай назад в реальность, не хоть. Ёптать, нахуй, 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 сейчас из каждой двери будут лезть еще какое-то говно. Блять, вы убиваетесь или нет, пидорасы, что за нахуй? Вот сколько пуль я в этого уёбка выпустил, блять! Блять, вот это что за нахуй? Бля, вы это видели, вот эту хуету? Накручивание сложности, что за хуйня?
definitely need more of that. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Сука, куда идти теперь? Блядь. Слава богу. Are you saving again? Не знаю, нахера я их беру, эти ножницы. О, я слышу зомби. Я слышу родных зомби. Иди ко мне, мой маленький. Как я люблю зомби. Зомби, плюшевый зомби. Вежливый зомби. Вооруженное общество, вежливое общество. Мертвый зомби, вежливый зомби. Поняли? Это вам не... Ух ты, нихуя, это еще и быстрый. Не надо плеваться. А, и сейчас ворота, по-моему, будут открыты. Типа, как они сюда проникли? Они просто... Там наверху парни, все в пизду. Да подожди, где ты? Ты же упал, я видел. Ладно, хуй с вами, хуй. Все, ушел. Не мешай. My president is Chuckhead. На! Все, пацаны, покедово. Я вот это сраные базы. Уебать. Ебаный. Доставка будет какая? Ой. Could make it a little tricky to get to interactive. Ёб твою! Не, назад верните мне, пожалуйста. Вот так. Ну, эти, глядя на эту прекрасную картину трупов, зомби, горящие машины. Фу, давайте мы на этом сегодня закончим. Серия была просто... сраная военная база. Ну, нам осталось фактически спасти Чампа. Победить финального босса, который тоже чуть ли не на отдельную серию, наверное, тоже потянет. И, в общем... Я просто... Все. Прям вообще здорово. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов. Подписывайтесь на канал чувака, который делает доставку. В его группу тоже вступайте. Проходите по всяким ссылкам в описании. Смотрите другие ролики. Бла-бла-бла. Все здорово. И спасибо за просмотр. Всем спасибо. Играйте в хорошие игры.